Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников с описанием по книге «Великий музей мира». Сальвадор Дали. Портрет сестры художника. 1925 год. Холст масла 99/99. Анна Мария вспоминала. В ту пору брат сделал множество моих портретов. Часть из них просто наброски, эскизы, где он прорабатывал особенно тщательно одно – локоны, спадающие на открытые плечи. Писал он, как всегда, не торопясь и не уставая, да и мне было в радость позировать ему. В перерывах между занятиями в Мадридской академии Сан-Фернандо Дали использовал для интенсивной деятельности, которая его действительно не утомляла. Анна Мария была идеальной моделью. Ее портреты открывают зрителю не только точный взгляд и твердую руку молодого художника, но и теплоту его отношения к младшей сестре. Именно об этих и других добрых чувствах, полной взаимной любви, поддержки, заботы, творческого горения, атмосфере в семье поведала Анна Мария в книге, опубликованной в декабре 1949 года, что резко противоречило миротворчеству живописца, который в собственных текстах постоянно акцентировал свои патологические наклонности, словно иллюстрирующие труды боготворимого им Зигмунда Фрейда, но, увы, незамеченные в детстве, отрочестве и юности окружающими. Для Анны Марии нежная дружба с братом и его ближайшим другом Федриго Гарсия Лоркой оставалась светлым воспоминанием на всю жизнь. Ну вот такое описание к работе Сальвадора Дали «Портрет сестры художника», 1925 год, описание по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.